Всем привет, с вами Саша. Сегодня мы играем в мою самую любимую игру Слизерио. Так, выбираем скин, давай такой. И берем название 777. И пошли ползать. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, я всех тут победюча, потому что я лучший червяк. 777, номер удачи. А где это казино? Все равно удача, потому что когда я набрал этот номер на своего червяка, то у меня было такое. Да. Потом я вам расскажу историю, что там было. Как? Я буду рассказывать историю вам сейчас. Это называется серия Слизарио и страшная история. Так, когда-то раз мне... Я видел Пашу, мой такой одноклассник, Паша Гладышев, играл в Слизарио. Он вечно врезался на 10 тысяч. Так вот, я ему говорю, слышь, парень, давай я тебе накоплю там очень много. А он так, ну не знаю, Саш, я тебе не верю, т.д. и т.п. и все такое. Ну вот, а потом открылась наша столовочка. Наша любимая столовочка. Я вам сейчас расскажу про такую гадину. А это Алена. Алена Столярова. Вообще она не гадина, она девочка и красивая, конечно, но она всегда меня сталкивает с первого места. И даже когда это честно заслужившая мое первое место, она, блин, умоляет, чтобы ее поставили. И меня это бесит. Вот, блин, бесит. И когда мы идем на пол, когда мы идем обедать в большое здание, наше, блин, любимое здание, то у нас тут начинаются полные гонки. Арина, то есть Алена, ух ты ж, ё-моё. Я на секунду. Так, дальше рассказываю. Итак, я уже вам сказал, что наш обед наш. Вкуснейший обед. Арина, то есть Алена, быстро очень одевается, чтобы меня обогнать. Ну, нет, ничего не получилось. Еще, блин, так сталкивает. Вы знаете, это была жесть. Блин, я бы сейчас был в ринге. Вот. Нет! Блин. Берем другого человека. Давай вот этого. Ну, как товар. Вот так. Рассказываю дальше. После нашей любимой столовочки я объяснил Паше, как я вообще играл. Я тоже оборвался на 10 тысяч. Но, может, я тебе там накоплю больше 10 тысяч, например, 12. И было еще лучше. Я накопил ему 20 тысяч. Да, блин, это было супер. Но потом меня убила какая-то мелочь пузатая. Маленькая мелочь пузатая! Да, если что, я могу разгневаться, как гнев этот. Но мне вообще не надо гневать, потому что я... Ха-ха-ха-ха-ха! Моя тактика — завернуть. Блин. Ну, как-то вот так вот. Извините, пожалуйста, за рекламу. Если вам нравится реклама, ну, играйте в эту игру. Да, тут как-то Галина Гагарина распелась. Так уж распела, что это мама, не горюй. Нет. И все-таки нет. Вот. Привет. Привет.
Я уеду жить в Лондон, там что-то. В него, посмотрите, я закрутил этих трех упитанных червя. Один большой тут, короче, говорит. Как мы нам выберется? Мы же в кольце. И убился. Потом зеленый растет и такой же задает вопрос. Потом синий всех убивает. И больше никто ничего не мог сказать. Да-да. Нет! Так, сейчас мы будем делать микс, потому что мы будем еще играть. Походники на зомби. Зомби найдены. Отлично, отлично, отлично. Пойдем тут играть. И я не знаю. Может быть, мы поймаем этого гадкого босса. Я уже хотел сказать сраного босса. Ну как... Ох, выж! Еле-еле убил. Это не-не-не. Гадство, блин. Мне тут когда-то и странный набор. Вот я опять. Так, давайте расставим пока что эти штуки, штуковины. Одну ловушку расставим. Конец. Мы их тут поставим две. Пошел. Гад. Мы набрали нормальное количество. Так, продолжить охоту мы будем другую. Босс. Всё, баба. Ты меня задолбил. Горбун, блин, о, попали. Самая вежливая баба. О, в голову. Еще раз в голову. Есть! Да! Да! Получше, блин! Это я, самый лучший! Понял, в тебе, блин! Бабушка! Вкуснятина, какой классный вкус, можно смешать с чем угодно.
Этот красавчик заполнит всю самую выжималку. Той зоне мы где и поймали. Или помрало, пожалуйста. Ох ты, 40! Нифига себе, как это? Блин, много! Долго. Понял. Не понял, это что, не конец еще? А! Окей. А, пошло. А, вот. Болотный босс. Оп, на вкус болотная свинина или лягушьи лапки. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо, пока-пока и удачи. С вами пацан. Или может не пацан. Подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь. Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ты лайк поставь.